Привет, добро пожаловать в The Sims 4, и сегодня у нас не КАС, а строительство. Сегодня я вам покажу очень интересный набор дополнительного контента, который я недавно нашла. Я знаю, что сейчас уже декабрь, однако никакого новогоднего настроения у меня нет, поэтому я думаю, что этот самый набор дополнительного контента мне поможет его поднять и добавит различные новогодние украшения в нашу игру. Ссылка на скачивание всего дополнительного контента будет в описании, а также если вы не знаете, как нужно устанавливать моды в Sims 4, посмотрите первую часть, там я вроде бы вполне себе понятно показала, как я это делаю. Также я сегодня создала симку именно Наоми Рэндалл. Сегодня она нам поможет проверять этот самый дополнительный контент, потому что в этом моде есть не только украшения, то есть декор для дома, есть также и еда, однако она входит в категорию украшений, поэтому это не совсем еда, и в целом можно сказать, что сегодня дополнительный контент полон украшений для Нового года в этой всей тематике. В общем, переходим к этому. Первая вещь — это вот такая вот мини-статуэтка в виде елочки, ее можно даже увеличить и использовать нормально. Далее у нас есть такая же статуэтка оленя, очень необычная, выглядит как детская подставка. Далее есть такая необычная коробочка, я думаю, что она выглядит как хлебница, можно использовать ее как хлебница. Далее у нас очень необычный чайник, очень такой атмосферный, и я думаю, что он очень сильно подходит дополнению «Загородная жизнь». Также тут есть различные цвета, его, к сожалению, нельзя ставить на плиту, хотя я надеюсь, что можно, но тем не менее. Далее у нас есть вот такой вот стаканчик с кофе или чаем, я не знаю, что там, напишите в комментариях, как вы думаете. Далее есть вот такая вот коробочка. Сначала я думала, что это просто украшение, татуэтка какая-нибудь, возможно, с желудями, но нет. Следующее — это вот такие вот мини-кексики в форме ежечков. Я думаю, что они просто очаровательные. Далее есть нормальные кексики, такие большие, целая тарелочка с ними. Они будут выглядеть очень красиво на новогоднем столе у ваших симов, я думаю. Далее это вот такая вот маленькая свеча. И далее у нас большая свеча. Все эти украшения представлены нам в примерно одинаковых бежевых, коричневых цветах. Поэтому они, знаете, в одной стилистике. В общем, теперь я решила взять готовую комнату. Да, я не строила эту комнату сама, она есть в готовых вариантах комнат, я ее просто купила и решила заполнить нашими вещами, чтобы потом посмотреть, что из них работает, что не работает. Сама эта комната выглядит очень по-новогоднему, тут такие красные, коричневые цвета, и для этого дополнительного контента я думаю, что она идеально подходит. Вот тут был столик для телевизора, но я поставила туда кексики, я думаю, что это выглядит просто потрясающе, интересная идея для, знаете, новогоднего дома, каких-нибудь симов. Я думаю, что я даже попробую построить что-то подобное. Если у вас есть какие-то идеи, обязательно пишите в комментариях. Далее, как я уже и говорила, я попробовала взять эту елочку, увеличить ее, и я думаю, что выглядит неплохо. По крайней мере, лично я такую елочку бы с радостью использовала и в жизни. Далее, то же самое я сделала с нашим оленем. Это выглядит не так хорошо, но все же теперь более серьезно, чем просто декор какой-то. В общем, вот такой вот мод сегодня я вам показала. Напишите в комментариях, как он вам, и добавил ли он вам новогоднего настроения. Лично мне, на самом деле, да, потому что его мне как-то совсем не хватает. Тем не менее, если у вас есть какие-то дополнительные контенты, какие-нибудь наборы, которые вы хотели бы, чтобы я проверила и поделилась со всеми вами, обязательно пишите мне либо в ВК, ссылка будет в описании, либо в комментариях. Я их всех читаю и прислушиваюсь к вашему мнению. В общем, оценивайте это дополнение, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить больше подобных видео, и всем пока-пока!